22 единицы нового оборудования и инвентаря получила спортивная школа Олимпийского резерва в Черкесске. Тренажеры, ядра, копья, диски и многое другое для занятия легкой атлетикой. Спортивное оборудование приобретено для наших спортсменов в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни. Нацпроекта. Демография», разработанного по инициативе президента России Владимира Путина. И такую поддержку Карачаево-Черкесия получает не первый год.